Сейчас я тогда вместо пистолета чуть. Его же можно к нам? Сава. Банду. Сава. Ха, привет. А, так. Так, а куда нам двигаться-то, бля? Я до сих пор нихуя не ориентируюсь здесь. Так, ну, в любом случае надо бежать за Савой, я знаю. Да. Че, пацаны, я за вами не атакать? Да, это ты мне. А, у меня же общая сила от оружия падает, правильно? Да. Ну, короче, я взял Каточка. Оружие слабее, чем. Рапшен. Внизу. Склад. Так, а нам, Макс, по сюжету сюда, да? Да. Пошли челу, поможем 17-го лова. А тут, значит, там жесткий, говорят, чел. Может, уже с 45-го, да? По факту. Алло! Незримость, блядь. Давайте сюжет активируем. Нам дырку, походу, да? Mm-hmm. Блин, вот что за хрень? Чё, всё попало? Дай... Свет вырубается резко. А, да, не без этого. Так, все, я какой-то жопе. Погнали. Страж, тебе предстоит нелегкий путь, поэтому я посылаю Колина из чем-то особенным. Кто последний, тот Филипп Киркоров? Я буду последний. Никаких остановок. Надо пробраться на объект и захватить транспортник Кабал. Мы должны добраться до всемогущего любой ценой. Завала, мне нужно кое-что. Мы правильно движемся, несмотря на то, что у меня когда указатель сказал в другой части? Стражу, я цитирую. Мне вот путаюсь. Ну да. Ты ненароком. Да, на серый, а этот под триггер на. Ты нажимаешь, блин, на тач-панель, блин, и видишь, блин, этот такой. Так, складывай обстановку. Внесите протокол, не отрицал. Скоро прибуду, команда. Птичка неповоротливая. Кушай. Блин, лагает. О, мама, блок работает. Окей. О, ты уже 30-й. Поприветствуйте, ящик. А ты уже 20-го не поднимешься. Тебе игру купить надо. Почему мне танк не давали? Потому что, блин, тут блок уровня. Эй, я убит! Блин, какого хуя, сука? Я на самолет вообще сел, у меня потолок уебал. Ой, я тоже такую тачку хочу. Ого. О, я как ребенок буду рад еще, да. Я бой. Как пулемет. О, тут еще есть вот такая штука. У нас тут война как бы, ёпта. Ну я захват цели, расслабься. Все, вот с этого момента мне игра нравится, все.
стрелять? Так ты сам вызвал технику, да? А я не понимаю просто, а мы что делаем? По факту рашем просто всем? Штурмуем, да. Вот тут еще какая-то хрень. Так, L2 для чего? Держите для захвата, окей. Блин, а что он прям мать всей техники? Так. Да, мы будем на технике топить. Это круто. Слушай, вот правда траектория полет ракеты, она... Как винтовка в ракете, наверное. Нет, это бессмысленно есть. Прицельная дистанция. Не, это хуйня. Ну ладно, по крайней мере мобильно. Да, на танке... А я могу выбирать тип выстрела? Или только вот у этого гаджета, который сейчас у меня, только одна пушка? Да, есть ракеты, короче, управляемые, и пушка. Так, как мне... Так, а как мне ее выбрать? Не, у меня, видимо, только вот эта ракета. Ну ладно. Эта желтая хрень, она взрывается? Да. Да, она взрывается. Эй, аккуратно. А ты возьмешь себе? А какие тут еще танки есть? Это ящик. Блин, ненавижу только танки. Это... Блин, тут можно было нормально так пострелять, а ну все, на танках хорошо. Ну, не, мне нравится. Я не колебался, блядь. Ебашь ты, коптер. Так, это восстанавливает, да, танк? Это круглая хрень. Не думаю, что нам удастся пробить эту дверь. Где-то должен быть пульт управления. У меня пока нет жалоб. Максим как ребенок все ведет. Сука. Какой у меня левел показывает? О, как фары это... выключить? Сау выключены фары. Какой у меня показан уровень? 20. А у тебя 21. Че за бред? Ну ты аутист, а ты покупал игру? Какая разница? А ты купил ее? Нет. Че он ржет, я не шарю. Бля, кто-нибудь откроет дверь ебаную? Или мне взрывать ее? Все, хорошо. Все. Не, я просто думал, что она сама открывается. Понимаешь, если ты игру, короче, скачал по подписке, ты выше 20-го не поднимешься. А, понятно. Вам нужно поторопиться. На том транспортнике Думас. Сейчас он ваш ключ к всемогущему. Вперед! Пип-пип. А что это мне красный дали? А, возрождение времени. Да ебать, что дизлайк дает. Блин, я бы уже точно не поигрался. А, я проходил этот. Да ладно. Тоже здесь на танке катался. Бля, красный фар, наши задницы. Мочи Голиаф. Конечно же, у Красного Легиона тоже есть танки. Принял, дай мне пустыню. Да хаха, двинься тут. Что ж, они убрали мост. Отряча, это пересечь пропасть не получится. Сейчас, внимание, уже какие-то придурки. Ой, супертанк не умеет летать. Так, жизнь танка тоже у меня, в принципе, подходит к концу. Эй! Эй! Эй, бля! О, мост подходит, ребят. Стреляют, пацаны, стреляют. Звонок. Двоих сразу. Не до хаоса, чувак. Шейк пар весьман. О, Сава вообще на скутере катается. Да. Блин, я сейчас, я осторожно, не подвинуть его. Так, установление танка. Давай, давай, давай. Один, чтобы установить оптический прицел. А, типа, а ты мне танк не восстановишь, уебашка. Блин, не, братан. А я могу новый взять, да, Сап? Если он... А если у меня его нет? Так, да. У меня его нет. Я как бы не шарю вообще, как тут работает эта система. О, давай. Yeah. Охуя.
Так. Для чёрта теперь. Горячим питанием. Помню, он шпарил. Да, я смотрю, бля, он не держит. А, на. А я friendly fire. Да, вопрос себя не. Они окружают транспортник щитами. Так, перезаряд. Маска ракета! Все, блин. Блин, тебе повезло. Да. Давай, Аллаху Акбар. Я пошел, блин, где-то какой. Я танкую, я танкую. Нам нужно Панзер. Их вырубить. Прям в башню, в башню. Ну что, сдох уже? Понятно. Блин, соглашусь, я короче, с танкистами. Здесь очень удобно стрелять. Ну, то есть удобно там. Эй, блядь, что мне нужно? Один. Я, короче, ракетой сделаю. Давай, Макс, погнали. Блин, погнали. Погнали, ребята. О, у меня тут это... фиолетовая штучка выпала. Мы почти что выпала. Выбрались из туннеля и подходим к транспортнику. Фиолетовая отлично, последняя преграда на вашем пути к всемогущему Думас не сломлены. Сав, какого цвета? Оранжевого, да? Оружие это же самое... Не дайте ему взлететь. Да. Золотого такого. Он кровавый страж, один из избранных Гоула. Красный желтый легион сам. Умрет за него. Хорошо, в дивизии пара снарядов выхлопные и дело в шлем. Так почему бы им в этом не помочь? О, Сава уже наружу. Нихуя, это что за космический аппарат? What the fuck? What the fuck, motherfuck, типа, бля. Эй, ты кто? Непознанный объект, бля. Уебался, нахуй? Я беру нота. Отличаюсь. Ну так даже не интересно, на самом деле. Ну, мы помним. Ну, бля. Отлично, маленький, блядь. Купе, когда все это закончится, я поговорю с Коридой насчет здесь данных. Бы, вот здесь бы опрессор не помешал. О, и я бы тебе скучал. Согласен? Ага. Опрессор? Марк 2, я мой. Опять ебучая загрузка. Вот давали бы какие-то возможности, чтобы во время загрузки могли бы что-то менять, сохранять, что-то смотреть, про что-то читать. А, понял. Молодцом. Хорошо, все есть. Бля, это тоже загрузка, сука. Да, ты думал. 193, 210. Так, пришло время разбирать товары. Так, это тоже мы разберем. Револьвер. Мы тебя тоже разберем. Тут у нас 204-194 фиолетовый. Окей. Щит. О! Внимание. Mm-hmm. Все проебали свой танк, да? Сейчас посмотрю. Так. Вижу фаланг, легионер. А, у нас есть. Ну, сломленный бот. Пошли пиздите. Таргет есть. Ага. Это который синий, да? Который красный. Какой нахуй красный? Наверное, режим для дальтоников включил. Блин, я тоже такую штуку хочу. Слушай, а я довольно неплохо, в принципе, который ебашит. Эй, ты куда оделся? Я хотел пообщаться с тобой, предложить свои товары. Так, это сколько надо забашлять, чтобы... чтобы себе полную версию открыть? Так, внимание, у нас проблема, блядь, ёбаный легионер, блядь, на скутере ебучо. Это я. О, скутер. О, у меня классно, у меня патроны подсвечиваются. У меня какая-то, короче, какая-то винтовка хорошая с такими патронами.
и глок мой любимый. Как там гиперускоритель врубать-то? Алло. Вот, блядь. Куда он сейчас, сука? Гиперускоритель. Нет. О, да. Маш, аккуратнее, потому что у меня нет защиты. Ты меня сможешь убить. Блин, все взяли по гаджету. What the fuck? Ты просто вовремя не подсуетился. Ну, просто не обращай на это внимание. Блять, опять загрузка. Да иди нахуй, игра. Блять, 200 метров прошли, 2 хедшота, блять, загрузка. Да ёпта мать, блять. В принципе, мы сейчас останемся в той же загруженной локации. По факту, что сейчас происходит? Происходит автосохранение, сука. Ну ладно, зато я могу посмотреть на свои товары. На которые, в принципе, уже... О, у меня... Так, стоп, у меня 21 уровень, значит, у меня работает платная версия. Я не знаю, какую версию я скачал. Но у меня персонаж уже был, как бы, знаешь ли. Может, это решает? Ну, конечно, блин. Ну, у меня был... Помнишь, мы играли, ёпта? Ну, какая разница, если у меня персонаж был зачат? Платная версия. Слушай, если я даже сейчас тебе в руки положу свои яйца, это все равно мои яйца, понимаешь? Ничего плохого. Просто хочу сказать то, что если я уже регистрировался в этой игре с этого аккаунта на какой-то платформе, соответственно, работает политика с полной платформы. Ну я имею в виду, блядь, платформу игры. А вот на Девиле у меня нет, короче, аккаунта, я думал, есть. Да, блядь, что такое, блядь, перезарядка, блядь, килограммовая просто. Блядь, жуки пошли, или это, зверушки. Блядь. Блин, чё они так защищаются, нахуя? Вообще, да, офигенно. О, я молодцом. Или это меня так уебали? Я думал, я так отлетел. Мне нравятся нарисованные уровни в этой игре. Прям очень красиво. Хедшот. Че, куда дальше бойцы? Всех раз сначала, да? Ага, принято. Зверушка какая-то забежала. Карта у меня, пора искать Тумаса. Так. Мостик должен быть над нами. Давай найдем консоль со схемой корабля. Так. Прорваться на главную палубу, бля. Главная палуба, здорово. Я думал, ты упадешь. Я никогда не был так разочарован. Я еще могу упасть, не переживай. Со второй попытки обязательно. Но я предусмотрел эту херню. Я уже фейлил как-то на Титане. Есть же такая планета? Да-да-да. Эй! Блин, черная хуйня сожрала сал. А, ты здесь? А, у меня она такая тоже есть, кстати. Бля, это кто-нибудь типа знает, сила кто тьмы есть? Или что-то такого. Тьмы. Жаль, меня там не будет. Бля, я бы постреляла. За своих. Так, другую сторону. Твое время еще придет, Хотор. Жду не дождусь. Блядь, ёбаные трубы, сука. Я чё, бля, сантехник, что ли? Ох, бля. Блин, то чтобы до полтинника подняться, да, ну ништяк, чково так поработать, да?
кошем это убьют. О, я поздно. Меч свой достал. Мы почти в ангаре. Тумас уже знает, что за ним пришли. Готовьтесь к теплой встрече. Так, я что-то не понимаю, куда надо. Ты сможешь помочь? Ага. Возвращаюсь. Вот странно, что здесь максимум только 100 тысяч кристаллов. Ну да. Став, Макс, это у тебя 100 тысяч. Потому что у тебя бесплатно. Да. Всех по 300. По 300? Да я наебываю его. Сейчас бы мне тут ульта не принесла. О, ракета. Пойду хуярить этот блок. Оказывается, я один лох, блин, с бесплатным геймом. Нахуй сюда. Бля, я куда-то наебнулся, сука. Здорово. О, бля, наши траблы. Беги, беги. Раньше я помню, перед баблой немножко другое. Нет, мне кажется, не нужно было прицеливать. Не ты понял, да, Сэмми? Может быть, в этом плане есть изменения? Может, правда, что просто это совершенно не нужно. Не помню, как сделать зависание. Зажимать или один раз? Ладно, страж. Что такое динамичное? Мое дело сделано. Теперь иди и разберись с Тумасом. Альберт, не это. Я, подожди. Ты пропался, да? Чутка. Потерялся. Потерялась я. А Максим сейчас 20 уровня. Накинь мне на это какого? На full аккаунт. На прем аккаунт. Надо попробовать. Если Devil заработает, то я тебе Devil дам. Да пошел ты, Сэн Devil, я часов прокачиваю. Нет, там тоже прокачиваю. Ну, понятное дело, я хочу свой. А там создашь просто нового персонажа, какая разница? Создашь новые ячейки нового персонажа, это не проблема будет. Не, ну ты посмотри, у него вообще не шарит. Ну-ка, погоди. Нет, аккаунт ты в любом случае сможешь по политике, по платной версии использовать. Ты не догоняешь сам. Какая разница, сколько персонажей? Ты не знаешь, что стоит, сколько на этом персонаже могу ездить? Все, иди нахуй, ты заебал, блядь! Опять поздно, блядь. А что за коды? Ты заебал, все заебаешь, сука, идите нахуй! Пошел нахуй, сука! Бля, тут прикольно. А это кто был сейчас? Самый главный? Нехилую работенку ты проделал, страх. Да? Я всем расскажу. Тумаса больше нет. Да? Серьезно? Мы прошли игру, Альберт, все можешь удалять. Не, серьезно, это самый главный сейчас был? Блядь, да ну нахуй, блядь. А, ну все, ну игра онлайновая, типа. Я же просто до конца не проходил. Я после игры с тобой, Савку, ее удалил, нахуй. Понял, что, блядь, это дрочь какая-то просто, блядь. На Титане, блядь, прыгать, нахуй, блядь. Ну да, понятно. ММО, блядь. Не, ну она динамичная, она прикольная. Механика мне понравилась. Я же не просто так, блядь, играл ее. ММО, блядь. Так, я заебался. Я хочу, блядь, проверить, во-первых, эту хуйню по части там привязки аккаунта. Шмотки проверить. Блядь, шмотки меня меньше всего интересуют. Меня интересует, блядь, одно. Могу я уебать какого-то игрока или нет? А, ты хочешь PvP поиграть?
Нет, я хочу, блядь, своим оружием ебашить игроков. Вот что я хочу. Не проебываться, блядь. Так, а, вот. Опа, четный голос. Давай вальму. Куда завали? Пошел ты. Так, так, траблы, траблы. Шутка. Мой гос что может, блядь? Так, блядь. Пиздец. На самом интересном моменте, блядь. У меня просто закрутка идет, блядь, вот. Ох ты. Сосаймба. Хорош, кто это сейчас уебал, блядь. Так, видишь, 220 метров таргет какой-то, такой синий значок. Ну да. Давай туда. Давай, это доп задание. Ага. В реальном времени, real time. Бля, чё? Чё не вижу полет пули, сука? Они надумали шпионить на моей. Блин, мне земля больше всего это, ну, самое классное в плане. Бля, никакого урона практически не наносит. Это... Короче, пошли ближний с блока его, ебу. У меня винтовка 150 наносит. О, 400. Ну это в зависимости от ситуации. По желтому? По желтому может быть не все, он лазучик, вали, вали его. Я у него гранату кинул. Все, ебал он нахуй. Все, ульта. Ну, ульта. Да-да. Кто там покинул пустовку, ебать? Какого хуя? Лови этого пидора. Уебал он. О, нахуй. Красавчик. А, он живой. Мочи его. Эвакуируйтесь. Блять, эвакуируй его. Это надо внутрь, наверное. Сейчас взрыв будет, ел. Нет. 3 минуты. Не, в смысле, это зона деактивации или что это? Не-не, там надо воевать. Понял. Блять, 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 блять. Сука. Ты хочешь покажу пятюню, блять? Где это, блять, желтый дом? Вот еще один, вот он. Блять, 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 блять. Ты не угранат, блядь. Блядь, потопчусь, походу. Так, мне нужна помощь. Serious trouble, man. Блять. Возроди меня, быстро. Быстро, быстро, ну. Не могу, меня самого сейчас видеть. У меня вообще дичка. Вообще, сопелька. Я сам... А, блядь, забыл, что это так работает. Короче, под себя взорвал просто. Мош, мош. Так, стоп, у меня хп падает, энергия падает, сука. Уёбывай туда, уёбывай туда, сука. Я вижу, ты умер. Натан, через это поле никак не пробиться, так что даже стараться. А, подожди. А, меня ебашли? Я думал, у меня поле жрет. Надо. Я живу, живу, живу. Вали этого гандона. Не могу нахуй стрелять, пиздец. Нахуй,
сюда. Ну, опять меня убили. Добивай его, 20 секунд осталось. Хорош. Да подожди, хорош, у меня лагает, пиздец. Что мне сделать? Так, кристаллы, сука. Да, и свой механизм забирайте. О, шипованный. Слушай, давай быстренько, быстренько на инвентарь сейчас переключаемся. Отлично. Давай. Что у нас тут нового? Покажи мне свои товары. Так, 221, заебись. Разобрать нахуй. Как тебя разобрать? Так, хорошо, хорошо, меня это устраивает. 215, 206, конечно. Разобрать. Так, тут у нас мысли. А, если говорим мысли. So, I'm good. Я готов, давай следующий таргет. Так, тут есть же какие-то еще зоны, правильно? Время не ждет, типа. Мы же на земле, правильно? Ну да. А, нет, не на земле, это какая-то другая планета. Мы на земле сейчас. На земле? Да, мы на земле. Ну ладно. Так, вот у нас еще одна. Я не вижу тебя. Я не вижу нихуя. Ты где? Вот я таргет поставил. А, он, а да. Вот ты рядом. Да, навигация неудобная, блин. Че, я правильно иду сейчас, нет? Вообще-то нет. Ну куда надо? Обратно. А, вот зеленый, да, да, да. Понимаете, с яркостью у меня проблема. Так, внимание, слева у тебя контакты. Что будет серьезно, но... Я это... Сосай. И гранат ограниченное количество, я не понимаю, какими яйцами разрабы думали. Одна граната. Тупость. Одна граната, и она восстанавливается, я думаю, ха. Ну, восстанавливается, но тем не менее, две гранты было бы совсем другое. Ну чё, блядь, сейчас всё это будет? Без гранаты должен заходить, что ли? Охуели? Сука. Слушай, правильно, да, все делаем? Сюда? Да. То есть внутрь входит? Берем их! Берем миссию. А, вот кража. Задание недоступно, йоу. Чё, блядь? Вообще не понимаю, что происходит. На этой базе корабль Думаса не сломленного. Только так мы доберемся до всемогущего незамеченными. Да. Вам придется его украсть. Экстренные новости. К нам идут падшие. Видно, с первого раза не понимают. Эти падшие просто... Пипец, проблема. Погоди, лагает. Посмотрите, не ждешь. Как вам? Давай ты посмотришь. Сколько будет стоить этот полная версия?
да что, понравилось, да? Я закончил. Ну, блин, мне просто интересно. Ну, блюдки, надо похуй just like that. Будет скидка, можно купить. Блин, и второй гранаты нет, сука. Блин, управление лагает. Блин, так просто не посмотрел. Либо надо просто задонатить. Додонатить? Додонатить. Я уже 22-й нахал. Хуя, да? Мне очень динамичная игра, мне тоже нравится. Только вот со стримом она не пойдет играть. Очень сильно лагает. Что это за? Блять, вот лайк, бан. За тобой. Скидку на то, что меня лагает. На. Слишком большая скидка получится. Не, нормально. Считай, что я два раза на цель прицеливаюсь. Блин, на меня собаки напали, все их обмотал. Это меня бросит. Попробую свой аккаунт усмотреть на Дэвида просто, попробую что-то играть. Или еще хуйню могу сделать. А могу создать персонажа по твоим критериям с твоего аккаунта на своей игре. Понял, да? Понял. А мы все пробрались, да, с кораблю? Я хуй знает, я вообще не ориентируюсь. Что нам идет?
неудобный интерфейс. Ну, как бы с точки зрения стрельбы пизда там, но навигация ужасная. Гнать корабль, а? Что нам с ним делать? Прикрой меня! Нужно выяснить, как это работает! Нужно выяснить, как это работает на туре. Погнали защищать. Новая цель. Я с высокоточки постреляю. У меня тоже что-то винтовкообразное. Блять. Ты нахуй, сука! Так какого хуя? Помогай. Нет. Бля, рано. А ты где? Ух, бля. У корабля. Медзахтунг! Некоторых страж может управиться с вражеской техникой. Эй, этот телепорт был по-вексовски мудрён. О, они телепортанулись, блин, на корабль. Погнали, да. Блять, провалился, сука. Вот можешь порадоваться. Да. О, поднял меня, красава. О, сверху, смотри, ГПШ. ГПШ, давай. ГПШ, вот. Смотри, как его ГПШ. Не, видишь, что вот. Завтра, блин, пол балласно. Все нормально? У тебя есть гранатомет какой-нибудь? Зажми треугольник, у тебя встречи. Да, я знаю, я только с гранатомет сюда. Ну, ебать, вы ебал его. Смотри, какой у меня дыр. Сзади, сзади, сзади. Там. Сразу поубал, смысл. Ну, короче, мы выиграем. Единственный минус, нельзя руку менять. Да. Ну, с настройками можно вроде как. В настройках? Вроде как, да. Ну, может быть. В какой руке, типа, держишь оружие? Не, нету. Блин, почему они этого не делают? Блин, что так сложно, сука, зеркальное отображение поставить, зеркальное. Ну да, в принципе, и физика оружия будет с другой стороны. Как бы они не могут полностью зеркально сделать. Во-первых, цифры. Ну, хуй знает. Да, понятно, почему они это не делают. Придется им все рисовать с двух сторон. А у тебя раскладка геймпада для левши сделана? Да. Нет, не для левши. Для... Я же правша и левша. Обычная? Ну, у меня стрельба L1, R1. Ну, как и у тебя, наверное. Ну, да. Курки — это неэффективная штука. Я благодаря тебе этой хуйне научился. Блять, ложка упала, сука. Хоть не мыло. Так, блять, новый корабль. Отряд завалы кружит город и готов к наступлению. Че, давай еще продолжим, ебать. Можно на землю выйти, блять, там. Так что, жду твоего сигнала, напарник. Да. Там пособирать шмот, лук, короче, там. Там изи вообще, наверное. Так мне не нравится. Вот, не скорострельные вещи мне не нравятся. Я бы скорострельность. Возьми ПП. Да, у меня есть глок, он нормально справляется, в принципе. Меня устраивает. Хватает. Если бы патроны были бы ограничены, другое у меня. Это внутри с патронов. Получилось. Мы на всемогущем. Так, видишь, да? Отлично. Необходимо пробраться к центру корабля. Найти и вывести из строя орудие всемогущего. Лучше всего следовать за потоком топлива. Ну что это? Давай с винтовки. Оба, оба. Смотри, как я их выношу. С высокоточки. Давай, давай. У меня просто урон не наносит. Да, прикроем. В
больше не вижу. Бегу к тебе, короче. Я даже здесь дробовики не пробовал. Потому что здесь слишком большие, знаешь. Слишком большие карты, чтобы с дробовиком ходить. Не, можешь попробовать здесь самые метрики, там реально хорошие дробовики. Они тупо дробовики. Блин, вблизи, да. Реально дикий дамаг вблизи. Еще тупить будет, блядь, у меня средним дистанциям, но это смысл. Еще нет. На близкое оружие нельзя рассматривать, тем более скорострельность у дробовика сам понимаешь. До того, как он разрушит его магнитное поле. И мы услышим папа. Бля, лагает ты. Как у нас платформа получается? Здесь лагает. Гаси. Тут Марцинкевич рядом был. А у тебя нажми на этот на правый стик. Что у тебя? В смысле правый стик? Правый стик нажми. А, взаимодействовать можно. Правый стик нажми. Ну, правый стик. Вот такая штука у тебя есть? Не. Да? Не, нету. А ты что нажал? Я могу с тобой взаимодействовать. Я могу с тобой. А у тебя управление, стиль управления какой? Прыгун? Так, собаки. Ну да. Вроде прыгун. Но я не могу как-то сделать. Значит, надо нового героя создавать. Чтобы летать мне нормально, как я. Да нафиг. Мне мой нравится. Ну, я понимаю, там танк, в этой игре танк это такой. Ну, я танкую, да. Чисто. Наши силы прибывают к городским стенам. Атака начнется по твоему сигналу. Рот закрой. Будет сделано, командир. Тот туннель должен привести нас в сердце корабля. Это та херня, где мы на танках ездили, да? Не. Огонь. Мы вообще на борту корабля. На танках неинтересно. Это слишком легко. Ну да. Так, здесь что-то ждем? Да, ждем. Лагает ужас вообще, просто пиздец. Весь кайф. Отключи, блин, этот стрим, ё-моё. Не-не-не, нормально. Стрим должен быть. Так, что делаем? Давай быстрее, там, юзай, что надо. Вот двери какие-то вижу. Термоядерная батарея. Надо ее куда-то кинуть. Есть где-нибудь дырка, куда можно кинуть? А, вот вижу. Где ультрафиолетовая хуйня? А, вот тут какие-то двери еще. Открой дверь, мабапака! Всё вроде. Что, может, батарею уже? Всё, ништяк. Всё. Работает. Какая? Нет, не это. Валим. Выходит. Смотри, пич выходит. Тут цепли, мадам. Пока дизлайка! Ох! Не, блядь, я дай пиздец. Беру свой проверенный автомат.
Мне интересно, как твоя ульта выглядит. Моя ульта? Смотри. Меч? А, у тебя просто он. Понятно. Здесь у нас такой. Блин, дохнем. Я могу поменять ульту. Да. Там можно на этого такого. Да-да-да, на магнитную комнату, да. С револьвером. А, это у тебя. Блин, гранат вот постоянно дефицит. Что-то мигает, сразу мозг взрывается, хуйня. А, просто посвечу. Нифига не вижу. Кто? О, теперь вижу. Спасибо. Собаки! Я себя подорвал. С РПГ. А, красавчик, я тоже так. Обожаю тебя. Да. Три. Но! У меня жесткий арпочи вообще. Сосилвы. Что ж, единственный путь к нашей цели лежит там. Так, здесь что-то, блядь, жёсткая нахуй, да? Чё за нафиг, меня мочой поливает. Вперёд, беги, беги, беги. Чё, блядь, да? Держись в тени, говорят. Горение. Бля, это меня ебошит, да? Бля, я не успею. Бля, а чё мне двери открыло? А, нужно было туда, я уже думал, на балкон выйду, все просто ярит. Куда? Я вот далеко. Слушай, а ты что, предохранился, что ли? Это я не понимаю. Я убит солнцем, сука. В тени держись, и все. Будет хорошо. Ох ты, они там. Что мы тупим? Просто беги. А, стоп, да-да-да, все, сейчас заправлюсь. Блин, да ну нахуй.
Чай жарю. Цел? Да. Я цел орел. Тоже кнопочки какие-то понажимать надо. Да, это тоже надо. Сейчас я разберусь, какие кнопки надо нажимать. Я так понимаю, здесь. Значит, разрушить, да, сломать? Хуй знает. Если мы хотим пройти вперед, нам нужно двигаться вверх. Завала сказал бы нечто подобное. А, вверх. А может здесь да. Этот... А как ебать? Я не знаю как. А нужно лифт активировать? Или, короче... Чем фишка? А, все. Не, не понял, все. Ладно, я понял. Все, видишь ступеньки? Смотри, тут. Да-да-да. Угу. Поэтапно. Красава. У меня получилось. Блин, я не там. Спрыгнул не там. Так, или ну там? Все, должен допрыгнуть. Все правильно. Все правильно. Ух ты. Но это было плотно. И не уклюдно. Граната лови. Че, вот очко заходит? Нам надо через дырку, да? Не-не-не, лучше не делать этого. Навряд ли. Ты думаешь? А я решил, да. Ну да, он куда-то идет. Ой, я через очко, да, пролетел. Я просто не помню, чтобы мы это проходили вот так вот. Такое еще не играл. Прикольно. Даже стол не дергается, что это, блядь, световая скорость, или даже больше. Ой, я перелетаю. Что происходит? Где она, блядь? Осторожно, блядь. Старайся на горячее не наступать. Перехватчики. Они что, хотят, чтобы мы все тут взорвали? Давай, твой ближний как лоха. Мой дальний как пацана. Это ты? Не лагает. Это я, блядь, да.
Сейчас возьму все свеженькие. Надо установить работу ядра. Что, пригласить сами? Бля, что, мы там уже, да? Бля, я уже был там. Пригласи сами. Блядь, случайно я не нажал. Физика. Физика все в порядке, просто у тебя руки из жопы. Иди нахуй. Че, в очко? Угу. Дрочко? Нихуя. Он орёт. Че надо куда, делать? Куда убегать, блядь? Убегать. Ебаная навигация, сука. Эфик, так смотри, блин, вот пальца. Это же, блин, как колобус. Дело сделано, пора домой. Просто на все деньги. Бля. Че, похавать, наверное. Иди нахуй. А, бля, я сейчас тоже похаваю. Подожди, а то, что мы тогда с Савой ебашили, это мы босса ебашили или нет? Ну, скажем так, одного из них. А, одного из, блядь. Просто пиздец. Я спрашивал, это главный босс? Да не, конечно, мы ржали на блядь, тобой. Вот в чем вопрос, блядь. А, молодец, полковник. Ой, опять это реклама. Уже седьмой? Да, кому нужен свет, когда у тебя есть пернатый друг? Я прав? Ты знаешь, что я прав. Я прав. Ага. Да, в этой точке я установлю телепорт. Завалы и Кора уже на своих позициях. Завала, мы на позиции. Как и мы.
Икора, можешь начинать. Есть. Сейчас рванет.